Квила из Грузии София Багишвили. Усилий боєць із міста Київ. Вона представляє клуб «Аурум» із Києва. Валентина Семаль. Рефері Ігор Конвішер. Потиснув руки. Shake your hands. Listen to my Итак, у нас... Слухаємо мої команди. Look yourself all the time. Второй женский поединок. Или ты забыл слово? Нет, я жду, пока судья даст свои установки. Итак, у нас второй женский поединок на сегодня. И это две моих знакомых. Это София Багишвили, Софико, представительница школы самбо из Харькова. Против нее выступает Валентина Семаль. Это яркая представительница ММА, чемпионка мира по ММА. А в ответ на что Софико является... многократная чемпионка Украины по самбо и также многократная призерка чемпионата Европы по самбо. И уже мы видим от нее попытку перевода. Да, есть, она уже полностью поджимает. Зная обоих этих спортсменок, могу сказать, что Софико отличается больше силой, она более физушная, в ответ на что Валентина более техничная. Более техничная, у нее хороший бойцовский IQ. Я хотел бы еще добавить, что она дебютировала в профессионалах ровно год назад, выступала против Овчинниковой, против Джитсерши, базовой Джитсерши. И тогда она хорошо справилась, вышла. Она выжила рассечение, если не ошибаюсь. Рассечением, выиграла рассечением, но выжила от армбара, который ей делала Надежда. И вот сейчас очень похожая ситуация, как было и в прошлом поединке. Валя спасается просто, пытается спастись, но в один момент она просто переломила ход поединка. Вопрос в чем, как я вижу этот поединок, Софико имеет больше физической мощи, но мы всегда знаем о том, кто имеет больше физической мощи, у него меньше выносливости, потому что сила тратится и мышцы требуют кислорода. Поэтому мне кажется, как я это вижу, это либо должна быть какая-то быстрая победа от Софико, либо же это будет затяжная и победа по очкам. Смотри, уже пытается, за Валентины. Пытается забрать Валентины. фулл маунт, но не дает ей Валя. Валя пытается забрать спину, в ответ на что Софико держит своих маунт, пытается ее не пустить. Смотри, как зафиксировала ноги Валя сейчас. Немного одну отпустила, но удерживает левую ногу Софии. Не дает поставить колено на живот. И... переводить Софико умеет. О, тут без спора. Но что делать оттуда? Видишь, немножко идет маленький есть такой слэм. Ступор. Есть слэм уже от Софии. Есть... накидывает ножки Валентина, ищет, да, наверное, армбар нашла. Ищет армбар, есть даже висячку, делает висячку сейчас, пытается сбросить все. Слэмит Софико, да, и начинает... плотно бьет. Удары. И посмотри, какое у нас убилово, какое у нас мясо. Просто невероятно, девчонки показывают стойкость духа. Софико уже немножко подзабилась. Смотри, подзабилась, да, работает с кубиками, и сейчас, я думаю, Валя будет включаться на полную. Слушай, Александр Игоревич, они вовремя и очень удачно. Есть бросок. Самбийский сейчас. Подхват от, да, Софико. Слушай, конечно... очень крутой поединок, Макс, очень крутой. Для меня это был один из таких ожидаемых поединков. Во-первых, две очаровательные представительницы украинского ММА, да, которые только на своем начинании, своих начинаниях. Но при этом уже очень перспективные. Очень перспективный, невероятно любительский опыт. Багаж просто любительского опыта дает о себе знать. Потому чемпионка что... мира по ММА против многократной призерки чемпионата Европы по самбо. Очень-очень-очень интересное противостояние. Но все равно, видишь, София не отпускает. Она мы видим фулл маунт от Софико. Да, уже заняла фулл маунт. И... но мне кажется, что тут не проблема для нее переводить, не проблема для нее занимать положение. Проблема в том, что делать дальше. Что делать дальше, да. Потому что самбийская база, она, вот видишь, поднимают из-за пассивности. Да, есть, девчонки вновь на позицию 15. Берет, переводит, а там немножко ступор из-за нехватки, ну, техники преимущество, ММА. Преимущество в стойке, несомненно, у Вали. Да, намного легче она двигается, намного, да, комбинационно. Хотя сейчас пропускает, посмотри, как пропускает она от Софико. Опять клинч. Это довольно вау, вау, просто вау. Оказывается, за спиной сейчас Валя пытается забрать спину. Слушай, я тебе скажу, что да, позиция за спиной от Вали — это намного опаснее, чем маунт от Софико. У нас еще есть минута, и сейчас посмотрим, какие дивиденды получит из этой позиции Валентина.
Софико, как представительница школы самбо, держит руки. Потому что у нас в самбо так и делается, фиксируют рукава, держат, чтобы их не разбивали. Но здесь нет рукавов. Я тебе хочу сказать, что Валя действительно очень хорошо прошла в своем дебютном поединке Надю Овчинникову. Она против джитису вышла. Здесь самбистка. Я думаю, ты знаешь, для Вали это хорошее испытание, проверить себя. Валя как в первом поединке показала себя как девушку с огромным характером, так и здесь. Так как иначе. Ее не смущает, если она проигрывает, она очень дальше и дальше ищет свои ключики к победе. Да, очень откровенно пошла вперед сейчас София, прижались в клинче девчонки. С такой работой, как делала Софико, просто видно, что сил забирает довольно много такая работа. И не забываем о том, что встреча по самбо длится максимум 5 минут. А здесь у нас 3 по 5. Здесь у нас 3 по 5, да. И уже подходит к концу первый раунд. Колено пытается вставлять. Валя, и да, конец первого раунда. Слушай, очень напряженный именно поединок. И даже не знаю, кому отдавать этот раунд, потому что ну, было очень интересно. Инициатива переходила от одной к другой. Слушай, ну я тебе могу сказать, что у Софийко контроля по партере было больше переводы, но... Слушай, в какие-то моменты и Валя удивляла нас тем, что вышла за спину и начала атаковать. И она была интереснее в стойке, интереснее. Согласен. Как всегда, Игоревич уже имитирует подобную ситуацию. Говорит Валя, чтобы она взяла шею, и он показывает ей, как она должна забрать после этого спину. Это в этом весь Александр Игоревич. Здесь показывает зацеп. Тренер, да, тренер спортивного клуба «Аурум». Слушай, видно, как сейчас тяжело дышит София. Обрати внимание сейчас на то, о чем я говорил, что... Самбо – это ты настраиваешься на одну встречу 5 минут и выступаешь. После этого у тебя длительный отдых, минимум в полчаса. А здесь формат другой. И то, насколько она подстроилась под этот формат, мы сейчас и увидим в поздних раундах. Да, пытались восстанавливать дыхание Софико, ее тренера и секунданты. Ее секундирует ее родной брат, это Бачуки. Это первый номер Украины по боевому самбо. Да, это мой хороший знакомый. Он же тоже призер чемпионата Европы по боевому самбо. Тем не менее, дорогие друзья, у нас второй раунд противостояния Семали Валентины против Софии Багишвили. Очень интересный. Слушай, ну, тем не менее, все же огрызается в стойке. Ручки уже ватные, Софико. Все равно перевод. Какой красивый подхват. Ты знаешь, да, у нее, было... конечно, заходит подхват, как дети в школу. Просто дай только взять захват и сразу. Сейчас посмотрим, как Валя перевод. Будет снизу работать. Видишь, она уже потихоньку пыталась. Слушай, нет. Пытается вновь, да, занять full mount. Как я вижу этот поединок, то теперь Софико будет пытаться переводить и сушить этот поединок, потому что сил мало, чтобы закончить досрочно. Это хороший звонок для Вали. Это прям звонок для Вали, что Софико уже устала. Софико, правильно, да? Да, пытается вытянуть свою левую ногу София. Софико представляла спортивный клуб из Грузии, но помимо этого я знаю, что это воспитанница Сармяна Олега Викторовича, это тренер по самбо и боевому самбо Харьковской области, это мой первый тренер. Да, есть, да, закрывает гард. Закрывает гард. Валя. Ну и я думаю, что сейчас уже будет судья поднимать их стойку. Пытается подключать ground to pound Софико, но очень вялость в ударах. Да, да, видно, что она уже подустала. Валя свою тяжело очередь... дышит. Валя хорошо дышит, на самом деле. Дышит и выжидает своего момента. Тут самое главное не сглупить и не допустить ошибок. Я считаю Валю очень таким грамотным бойцом. Действительно, ты правильно подметил, что у нее очень высокая IQ бойцовская. Но помимо этого, мне кажется, ей уже нужно чуть-чуть брать инициативу в свои руки для того, чтобы выиграть. Нужно навязывать свой поединок, а она пока только технично защищается. Слушай, ну вот прямо сейчас... На руку, выходит на болевую руку Софико. Ну, я думаю, не отдаст так просто Валя этот армбар, потому что я помню, как она... Слушай, у нас очень опасный момент. Интересно, сможет ли Валя сейчас спастись и выйти из этой сложной ситуации? Просто невероятно. Ты посмотри, не сдается. Сейчас Валя пытается найти удобное положение, чтобы выдернуть руку. Слушай, не всегда мы видим такой мужской бой, да? Очень напряженный поединок. Очень уже практически поединок. Вышла Валентина. Все, достала локоть, она вышла с этого опасного болевого. И что мы наблюдаем, Макс? Просто невероятно. Это потенциально бой вечера. Бой вечера. И смотри, сейчас пытается справиться с ногами Софии Валентина. И уже...
Я думаю, чувствует Валентина, что Софико уже устала и сейчас будет пытаться наращивать свое преимущество за счет этого. Забирать нужно этим, пользоваться. Обязательно нужно потому пользоваться. Потому что этот раунд заканчивается, этот раунд явно не за ней. Первый раунд очень спорный. Сейчас отлично ставила свою левую ногу Софико. Также продолжает. Опять руку, опять, да, опять и вновь армбар, висячка, есть слэм сейчас от Вали, вернула на должок после первого раунда. Забегает, забирает позицию. Ой-ой-ой, сейчас уже, смотри, обратный треугольник от Вали. Ну, пыталась сделать, застегнуть ноги, да, но очень-очень близко к тому, чтобы... Я думаю, судье нужно уже поднимать. Слушай, зачем поднимать? Интересный момент. Сейчас такая вялая борьба. Софико просто держит, и, как видим, никто не развивает особо. Но Валя все равно, Валя активничает и пытается достать свою руку. Пытается вырывать, но плотно вцепилась там София. Мы слышим, конечно, как работают секунданты, особенно Игоревич. Вот, и рефери среагировал, да, на пассивность. И что сейчас будет? Интересно очень, посмотрим. Я думаю, для Вали это просто сигнал, что... Видишь, Софа устала, да, вот уже и перевод, Валя переводит, вот это да! Ты видел, как передняя рука, локти, посмотри, есть, какие локти! Локти сейчас Валя... Ты посмотри, просто как поддерживает невероятно. Зал. Софико забирает теперь позицию. Просто невероятно. Какой напряженный поединок, какой напряженный да, раунд. Да, Макс. У нас сначала бомба. Было совсем в другую сторону. Под конец уже раунда все выходит поменялось. Выходит на армбар, смотри. Пытается выдернуть руку, не отдает пока София. И да, конец второго раунда. Что мы наблюдаем, Макс? Что мы наблюдаем? Просто невероятно. Независимо от того, кто победит в этом поединке, я тебе скажу, что они обе просто такие умницы. У меня эмоции зашкаливают. Невероятно сильные спортсменки. Насколько духовитые, насколько переходит инициатива. Знаешь, как обычно бывает? Кто-то начинает навязывать свой ход поединка, и второй боец просто начинает немного подсдавать и отдавать ему этот поединок. Но это явно не про нашу встречу. Просто супер. Я до сих пор восхищен этим вторым раундом, потому что он начинался не в сторону Вали, но затем... Как только она увидела какую-то лазеечку, она сразу начала ее по максимуму реализовывать. Так в этом есть прикол, вернее, не прикол, а уникальность Валентины. Она прям чувствует вот эти ошибки своих оппонентов и воспользуется. И дерется до конца. Да. Макс, и то, о чем мы говорили. Это смотри сейчас на Софу, извиняюсь. Смотри на Софу, ее там просто приводят. Это поединок девушек, которые выступают, свой второй профессиональный поединок. Да. Это о чем говорит? Это... О том, что наш уровень действительно растет, растет и растет. Дай бог, мы их увидим в сильнейшей лиге мира. Итак, дорогие друзья, третий раунд противостояния Валентины Семель против Софии Багишвили. Я думаю, с таким уровнем... О, сейчас попадает. Просто должен быть очень быстрый у девочек. Пыталась ответить сейчас да, лоу-киком. Софико уже пытается держать дистанцию. Видно, что руки уже немножко ватные, потому что очень много боролась и устала. Вперед пошла сейчас Валя. Знаешь, что я тебе скажу? Видно, конечно, да, что Валентина у нее чуть больше бензина, но лезть в борьбу с Софико и... навязывать ей борьбу за счет того, что ты лучше дышишь, это далеко не лучший вариант, наверное, да? Я думаю, нет. Она почувствовала, что София полностью... Тем более, она сейчас в выгодной для себя позиции. Она не будет сушить поединок, и она будет активно работать, потому что последний раунд надо выкладываться на полную, и ей нужно забирать последний раунд уверенно. И специально для этого и делать. Ну, посмотри, как Софико медленно двигалась в стойке. О, я думаю, что можно было навязывать просто ударную технику. Навязывать. Я думаю... И вот видишь, что мы видим в ответ. Софико уставшая, но борьба – это ее конек. И она даже, будучи без сил, забирает позицию. Невероятно сложный поединок для обоих. Это спортсмена. Для нее просто хороший способ засушить этот поединок в свою пользу. Маунт уже. Маунт. Воу. Но это опасно.
Но судя по предыдущим двум раундам, то не особо активно, как ты правильно говорил, замечал, что включалась София. Вот сейчас может быть с фулмаунта начнет разбивать, но подбрасывает ее. Валя. И сама пытается уже... Пытается не отдать руку, да? И у нас снова меняется позиция. У нас снова переходит инициатива от одного бойца к другой. Качеля, просто настоящая качеля. Валя, убери! Вот, на нее иди! Слушай, интересно, у Вали получится сделать распятие уставшей Софии? Как думаешь? Потому что если она сделает распятие, то и будет разбивать, то это хороший, ну, повод для того, чтобы, ну, досрочно. Все может быть, но просто я знаю, насколько сильно борется с Софикой, поэтому я тебе изначально сказал, что в этом раунде реализовывать как бы свой запас бензина, да, явно нужно было не в борьбе, а в стойке. Потому что в стойке видно было уже, что Софико двигается медленно, и у нее руки уже такие тяжелые. А Валентина лучше дышала, и поэтому я считаю, что нужно было навязывать бой в стойке. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, армбар сейчас. Выход на армбар, и опять слэм, и посмотри, как... Пытается сбросить, да, сбрасывает София Валю, но... И Макс, нас... это невероятный поединок, просто. У нас вновь меняется. Весь зал в шоке, все поддерживают одного бойца или другого. Какая мощная поддержка. Сейчас забрала спину Валя и да, мы видим, как она накатывает на себя. Опа, взяла шею. Это взяла. Очень интересно. Очень потому интересно. Что мы не знаем, кто выйдет по судейским запискам. Я думаю, там не сильно плотный. Мне отсюда не сильно видно. Хорошо, но рука была не под шеей. Уже плотнее замочек, посмотри. И что же будет? У нас остается чуть больше минуты до конца поединка. Да, однозначно Вале нужно дожимать. Подсказывают ей секунданты и все, что нужно чуть-чуть ниже. Руку. Смотри, Софико бьет с этой позиции вместо того, чтобы ходить с удушающего. Ну ты видишь, она одну руку фиксирует, одну руку фиксирует. Не, она правильно делает, она поднимает замок. И вылазит уже положение сверху. Да что происходит? Макс, кому судьям считать победу? Я не знаю, она делает Google плату, невероятно. Я думал, это прикинь увидеть. Это было бы, конечно, очень жесткое завершение. Google плата, это, да. Невероятно напряженный, сложный поединок для девчонок. Софико с последних сил, посмотри, добивает. Пытается, Валентину. Да, но я уверен, что Валентина сейчас зафиксирует ее и не даст себя выиграть таким способом. И она все равно пытается что-то там свое. И снова сейчас будет попытка какого-то треугольника либо армбара. Посмотри. Времени мало остается, очень мало остается времени. Я думаю, что... Да, 10 секунд боя. И не дает встать она Вале. Слушай, невероятно тяжелый поединок. И просто аплодисменты. Это был супер бой. Просто супер бой. И обе девушки заслуживают невероятных аплодисментов. И независимо от того, кто победил, я скажу, что они обе победили, показав такой поединок. Для меня обе победительницы, я думаю, что судьям очень сложно будет решать, кто одержит. Будет очень неприятно, потому что если кто-то из этих бойцов проиграет. Лично мое мнение, что можно было бы дать и ничью, чтобы никому не портить, да? Как считаешь? Я думаю, что. Ничьи, наверное, скорее всего, не будет, но сейчас посмотрим. Посмотрим. Ну що ж, пані та панове, одностайним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобуває Софія Бадішвілі! Друзья! Я, наверное, скажу одни такие слова, и вы все будете согласны с этим. Лично для меня здесь нет проигравших. Обе девчонки показали себя на все 100. Аплодисменты им!
София, это был невероятно сложный поединок против сложной оппонентки. Какие у тебя эмоции прямо сейчас? Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Знаете, я выросла на Украине. Я очень люблю Украину. Я благодарна Валентине. Спасибо большое. Это был отличный бой. Мне было сложно. Знаете, я еще скажу кое-что. Я сама из Грузии. Я хочу, чтобы все узнали, весь мир узнал, какой у нас народ. Маленький, но очень с большой душой. Я хочу обратиться к своим грузинским болельщикам. Ойлас дандиди мадлова. Винс ми уребда. Винс болельщиков. Дандиди мадлова. Сакартвелос гаумарджос. Спасибо всем.